Привет, вы на канале Дядька Кля. Сегодня хочу вам показать, как сделать красивую белочку. Берем оранжевый. Нам нужно... Так. Что же у белки есть? Есть руки. Есть лапки. Четыре. Еще есть хвостик. Тело. И голова. Ушки все такое делаем. Ну, сейчас мы делаем у нее тело. Подпишитесь на канал и ставьте лайк. Так вот, сейчас делаем кружочек. Ну, кто предпочитает на картонке, предпочитает на ладошках, на столе. У меня на столе и на ладошках. Вот даже и на картонке. Тоже картонка. Такое маленькое тело. Берем еще немножко. Что? Компотика, гладика. Я сегодня глаз заболел. Шучу, мне сегодня глаз не болел. Вы, наверное, не слышали мою шутку. Как вы могли? Это я могу, как я могла. Что я не громко сказала. Так, тоже опять делаем кружочек и делаем как колбах. Делаем, ну, кружочек и немножечко вытягиваем. Сейчас покажу, как. Вот так. А? Даже еще чуть-чуть надо вытянуть. Все. Вот такой. Должна получиться. Так, теперь берем еще оранжевый. Так, и точно так же кружочек и немножко выйти. Сейчас покажу, сколько пластилина надо взять. Подождите, надо измерять еще. Даже чуть-чуть надо. Ну, это ваше усмотрение. Сейчас это точно как тельце делать. Всем пока. Ну не пока, а сейчас. Привет. Это вот так. Разминаем. Кружочек лепим, кружочек лепим, 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 лепим. Потом вытягиваем. Так, ну теперь понятно, что такое. Тело слишком большое. Да чему там? Шею. Маленький кружочек берем и прикрепим его вот так. Как лак. Нет, это не лак, это белка. Скажите, что похоже на белку, да? 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 Так, теперь делаем лапки. Она будет у вас как хотите, просто у нее будет грибочек. Так, ну давайте сначала грибок и травку сделаем. Это убираем в сторонку. И делаем травку. Так, берем. И... Сейчас. Просто придавливаем его вот. Ой. Все. Играть и дружить. Нам еще понадобится что-нибудь такое быстренькое. Так, что у меня остро есть? Хотя остро на мне нужен, мне это остро.
Вот так сейчас напрыгивай. Вот так напрыгиваем. Вот видно? Вот так напрыгиваем. И сейчас подождите. Да. Вот. Ой. Вот такая травка должна быть. Теперь берем и белочку доделываем нашу. Тут замазываем. Как же это тяжело вот так видео снимать. Я очень люблю свои видео. Я вам хотела сказать. Подпишите, пожалуйста, и поставьте лайк еще раз. Так. Беленький. И делаем колбасочку. Ну не такую тоненькую, вот такую. Наверное, видно. Вот такую. Такую. Видно? Видно? Теперь берем коричневый. Если вы смотрите, что, если ты меня смотришь, пожалуйста, поставь лайк мне. Я тебе поставлю. Обещаю. Грибочек готов. Вот такой миленький грибочек должен получиться. Ой! Вот такой грибочек. Вот так тогда уж. А это нам этот грибочек не будет держать, он будет расти. Вот так прикрепим. Так, теперь ручку. Ручку, да, ручку. Как вы, наверное, слышал, я ручку, 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 да, ручку. Ручку! У меня они будут внизу. Она у меня будет... Нет, у нее вот такие. Да, то есть соляга она получилась. Так. Еще делаем точно такие же лапки. Такая белочка, белочка. Не накрашенный.
Там еще было много-много. У него пышного просто. Можно даже весь так взять. Такой хвост. Неплохо, то есть. О нет, такой хвост ей не пойдет. Наверное, немножко отделим. Вот столько отделять. Ну, это по вашему усмотрению, нет-то. Еще делаем потом вот так. Ну, вот такой хвостик. Тут как вот так делаем. И задеваем. Вау! Смотрите, как пышненько. Все так аккуратненько. Аккуратненько. Та-та-та-та-та-та-та. Я. Так вот, сейчас мы сделаем ушки, чтобы она слышала. А, вы говорите, месье? Да, я уже подъезжаю. Короче говоря, бег. Ушки точно так же, как лапки. Канал больше не повторяйтесь за мной. Не повторяйтесь, ладно? Походил ко мне. Пожалуйста. Канал это супер круто. Так. Наш канал черный. Чтобы ей сделать глазки. Кстати, вы думали, правда, я такую и мордочку оставлю? Нет, конечно. Белочки немножечко вытянут. Помню. Только так помню. Ну вот такие. Вот, видите, заостренные. И носик у нее должен быть черненький. Посмотрите, как красиво, вот. Красненько. Ну, например, вот это еще коричневый. Да. Да, коричневый. Делаем бревнышко. Вот она там сидит. Примеряем. О, как классно, какая картина получается. Классно. Вот такая картинка классная получается. Красиво же, скажите, да? Да. Так. И самое нужное мы делаем гусеницу. Так. Теперь мы делаем ее на грибочек. Ну вы где хотите, но мне кажется, будет лучше на грибочек. Так. Да что такое? Гусеница очень просто делает. Глазки ей не нужны. Ручки ей не нужен.
чего ей нужно. Такая бусинка маленькая. Так. Все. Всем пока, с вами был канал Делай Как Я. Вот такая белочка. Всем привет. Всем пока. Ставьте лайки, подписчики. Да, она, спасибо, что припомнил. Ну, договори. Ладно, сейчас скажу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.